Всех приветствуем. С вами на связи сооснователи компании Geltor System Платонова Галина и Кононова Елена. Да, и мы сегодня очень хотим вам рассказать и сделать обзор нашего маркетинга волшебного, чудесного. Очень хочется, чтобы большое количество людей, особенно кто занимается сетевым бизнесом, открыли глаза на уникальный, шедевральный, математический, скажем так, такой заряд, скажем, открыли для себя невероятную возможность заработать много-много денег. И вот сейчас мы в режиме диалога, как и сетевики, как сооснователи, просто расскажем, раскроем, раскупорим вам этот математически удивительный ход, да, всех наших мыслей, всех наших намерений, которые вы заложили сегодня в этот маркетинг. Как ты считаешь, вот для тебя, для сетевика со стажем 20 лет, что сегодня явилось таким приоритетным звеном, когда вот мы сегодня соединили вот эти линейный бонус и бинарный бонус? Вот расскажи вкратце, чтобы люди понимали, насколько круто сегодня соединились два течения таких. На самом деле уникальность вообще всего этого маркетинга заключается в том, что мы создали гибридный маркетинг. То есть гибридный маркетинг, что это? Это когда соединено несколько маркетингов. Почему мы это сделали? Потому что, проанализировав, да, с высоты, с глубины всего опыта, что я видела? Что есть компании, которые начисляют деньги, да, за работу. А что, какая это работа? Рекомендуй, да, и все. В принципе, все, что заключается, ну, в чем заключается вообще весь бизнес. Рекомендуй, да, и все. И люди, которые нравятся то, что ты делаешь, они тоже хотят это делать. Они тоже хотят зарабатывать удаленно, они подключаются к бизнесу, и ты за это получаешь деньги, да, то есть получается такое, ты получаешь деньги за то, что ты рекомендуешь, ну, по факту. И сейчас компаний таких на самом деле очень много, но есть большая разница. Какая? То, что есть компании, где можно зарабатывать деньги в самом начале, да, но когда ты идешь дальше, 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 то, чем больше твоя структура, происходит обрезание доходов, всякое там ограничение и так далее, да, то есть обгон нижестоящих, вышестоящего по статусам, опять обрезание доходов. Есть компании, где на первом этапе ты получаешь совсем маленькие деньги, а когда дойдешь уже до высоты птичьего полета, ты там получаешь огромные деньги, да? Вопрос, насколько ты выживешь в этом промежутке, как пока ты дойдешь до этого высокого статуса, жить-то тоже на что-то нужно, правильно? И путешествовать уже не через 10 лет, а уже сейчас, ты согласна? Да, конечно, конечно. Именно поэтому мы сделали линейный бонус и бинарный бонус. Что такое линейный бонус? Линейный бонус – это когда вы получаете доход сразу, моментально, моментально, не через неделю, не через две, не через месяц, да, не через год, не когда вы статус закроете, а сразу, как только вы пригласили первого партнера, у вас появился, вы сразу получаете деньги. И вы деньги эти сразу можете выводить. Понимаете, сразу. Тебе пришли на баланс деньги, ты сразу вывел и купил все, что тебе нужно. Да? Вот да. Смотри, Галь, а давай мы сразу покажем, вот как на рисунке вот выглядит линейный бонус, чтобы люди понимали, как строится сама схема. Мне очень важно показать сегодня схему, как выглядит линейный бонус. Вот давай покажем объем. Сейчас мы подробно поговорим про маркетинг. Ну и как раз сейчас мы вам покажем такую зарисовку, и мы увидим как раз в этой схеме, откуда деньги, какие деньги и сколько здесь можно зарабатывать. Покажем вам горизонты. И самое главное, это сегодня наша задача, показать горизонты линейного маркетинга. Итак, Галь, давай рассказывай схему. Значит, Лена начала строить команду, и это у нее первый уровень. С первого уровня она получает всегда будет с каждого тут, здесь и сейчас 20%. И этих людей может быть бесконечное количество. Это может быть 5, как кружочков нарисовано, да, в линейку. Почему линейный бонус? Потому что мы идем строить в линейку свою первую линию. Это может быть и 5 человек, это может быть и 100, это может быть и 1000, как было у меня в реальной жизни, когда я строить начала команду. Это, то есть, как бы реальная цифра, это не придуманная, это из жизни. Поэтому мы сейчас покажем буквально в смысле слова такой минимум, да, который можно сегодня проследить в доходах, как можно строить себе даже пассивный доход именно в линейном бонусе. Так, Галь, смотри, показывай тогда, рассказывай, у тебя конкретика тут нарисована, прокомментируй свою зарисовку. Ну, давай, я начну. Что такое первый уровень? Первый уровень – это те люди, которые подключились именно по вашей реферальной ссылке. Второй уровень – это те люди, которые подключились по их реферальной ссылке и так далее, да? То есть для вас каждый уровень будет
отображаться в деньгах. Да, в деньгах определенным процентом. Угу. Вот смотрите, почему здесь так интересно, да, вот линейный. Здесь в вашем первом уровне, ваших личных партнеров, может быть бесконечное количество. То есть оно может быть 100 человек, может 1000, может 1 000 000, то есть, да, до бесконечности. Угу. Абсолютно. И смотрите, мы сейчас просто на примере 100 человек разберем, как это вообще в глубину. Потому что чем больше, в принципе, ваша первая линия, тем больше у вас людей идет под вами. Потому что кто-то посмотрел информацию, да, и не заинтересовался. Кто-то вообще схватился за эту возможность, да, и начал просто рассказывать им всем в интернете, да. А в интернете миллиарды людей, которые могут тоже стать вашими партнерами. Конечно. Потенциальных клиентов, партнеров, их целая куча. То есть люди ищут эти возможности, на самом деле. Ищут такие финансовые платформы крепкие, да, устойчивые. Так вот мы покажем устойчивую бизнес-модель. Реально устойчивую, бесконечную, где можно просто расширяться и в финансах, и в своих личных возможностях личностного роста, да, с нашим продуктом. Нет, смотрите, возьмем просто, сколько здесь можно зарабатывать. Очень просто. Возьмем просто 100 человек в вашей первой линии. Кто это такие люди? Это люди, которые также сидят в соцсетях, Facebook, Одноклассники, Контакты, Инстаграм, то есть все соцсети, ТикТок, Ютуб, неважно. То есть все те, кто видит информацию на ваших соцстраницах, они могут прийти, прорегистрироваться по вашей реферальной ссылке, да, получить подарок, который вы можете им предложить, и стать партнером компании. То есть когда человек проходит по вашей реферальной ссылке, он становится вашим партнером. И смотрите, что происходит. Возьмем 10 месяцев. 10 месяцев, то есть 10 человек со всего интернета, да? Всего лишь 10 человек. Вы подключаете людей в бизнес, да? Но если мы говорим уже о серьезных деньгах. То есть всего лишь за 10 месяцев в вашей первой линии будет 100 человек. И продублируем эту ситуацию на 7 уровней, да? Почему на 7? Потому что доход получаете с 7 уровней. Это на последней франшизе, если вы находитесь. Итак, смотрите, 100 человек, да, за 10 месяцев. Они делают то же самое. То есть 100 человек, да, в вашей первой линии, они за 10 месяцев тоже приглашают каждый по 10 человек в месяц, да, и за 10 месяцев у них получается 100. То есть в итоге здесь у вас уже будет на втором уровне, вот прямо здесь нарисую, чтобы было видно, 10 тысяч человек. Так, что у нас происходит на третьем уровне? Эти 10 тысяч человек делают то же самое, подключают 100 человек за 10 месяцев, да, то есть 10 человек в месяц. Что у нас происходит? У нас происходит, что на третьем уровне у нас получается 1 000 000 человек. Я вот даже сделаю пробел, чтобы было удобнее считать. Круто? Круто. Казалось бы, нереальным, да, но если брать себе цели, то это реально. А на самом деле вы пригласили всего 100 человек. Все. В месяц по 10 человек. Все. То есть ваша задача в месяц пригласить всего лишь 10 человек. И дальше смотрите, какая идет цепная реакция. Четвертый уровень. На четвертом уровне вообще становится интересно. То есть на четвертом уровне вы уже, у вас уже через 10 месяцев, да, ну, как они пришли, у вас получается уже 100 миллионов человек. Откуда такие огромные цифры? Вы просто каждый уровень умножаете на 100, да? То есть люди делают то же самое, что и вы. Да, дубликация 100 по 100. Ну, конечно, мы тут очень смело как бы решаем проблему, да, задачи по зарабатыванию денег. Смотрите, у нас, если брать, вот Галя говорит, 10 месяцев, да, то есть получается годовой практически план, вот вам расписан на целый год, какие можно поставить амбициозные цели, задачи, чтобы 10 человек помочь в дубликацию, в глубину по 10 человек. Это круто? Круто. Цифры, а это реальные цифры. Пускай будет даже в половину меньше, и то уже будет круто. Mm-hmm. Мы просто показываем горизонты. Наша задача показать, как объемно работает наш маркетинг. И какие здесь цифры заложены вообще в концепции бизнеса. Это очень круто, ребята. Ни в одном бизнесе такие деньги вот таким образом не заработать. Давайте признаемся уже честно. Только в сетевом бизнесе. Когда человек понимает, знает партнерские программы, знает, что этот мир сегодня живет только на партнерских программах. И если сегодня брать партнерские программы, то лучше идти в сетевой и выбирать крутой маркетинг. Вот мы вам предлагаем, конечно, рассмотреть наш, потому что он вот реально очень крутой и денежный. Я смотрю на эти цифры, и мне прям, знаешь, становится так немножко, это самое, голова кружится. Ну да. На самом деле,
мы же никто не просчитываем, сколько через нас проходит людей, да, то есть кому-то мы сказали, он это сказал другому, и это понеслось. То есть это все очень просто. Но если смотреть вот в таких вот масштабах, это офигительные цифры, от которых немножко так это нереально. Если вы можете подключить 10 партнеров в месяц, почему это не могут сделать другие? Давайте уже так, честно, да? Это всего лишь за 10 месяцев. Дальше смотрите, ну, дальше вы уже сами посчитаете. 10 тысяч миллионов вы также умножаете на 100, и потом следующую цифру умножаете на 100. Да? Это всего лишь люди, да? Сколько людей получат информацию, станут партнерами. И все это вместе называется команда. Сколько же здесь можно на этом заработать? Давайте тоже про это поговорим. Вот смотрите, на последней франшизе, на четвертую, у нас всего 4 франшизы, на четвертой франшизе вы получаете с первого уровня уже не 20%, а вы получаете 25%. Это на последней франшизе. Так напишу, так, четвертая франшиза. Если вы находитесь на четвертой франшизе, то сколько денег вы получаете? С первого уровня вы уже получаете 25%. Со второго уровня вы уже получаете 10%. От этих людей, которых первая линия пригласила, вообще шикарно. Да, то есть от этих 10 тысяч человек получаете 10%. С третьего уровня, на котором находится миллион человек, вы получаете 5%. Это ваш пассивный доход. Круто же? Круто. Следующий 3%. Четвертый уровень. Да. Сколько на четвертом уровне у нас человек? 3%. 3%. И на четвертом, на пятом уровне получаете 1%. Как вы знаете пословицу, да, лучше получать 1% от 100 человек, чем получать 100% от одного. А тут 10 тысяч миллионов человек только на пятом уровне, а их посмотрите 7. Понимаете, какие здесь деньги могут быть? Вкусно? А теперь представьте себе, что если вам сейчас кажется это головокружительным, как вот сейчас как бы, даже у меня голова немножко подкруживается, потому что я понимаю, что это реальность, но пока еще до нее не дошли, да все. Очень интересно идти вперед, прям очень интересно. А представьте себе, что можно разделить это на 3, вот даже на 3 раза, что вот все будут в 3 раза меньше делать работу. Вот так получится. И прикиньте, и вы тоже не обломаетесь, потому что тут тоже огромные будут деньги. Вот и все. Ну, главное, принцип, да? Вот что такое линейка. Да. Я думаю, всем понятно, да? Да, я думаю, что линейка сейчас, я думаю, что всем раскрылась по-новому, какие здесь могут быть финансовые горизонты. Я, на мой взгляд, сегодня строить бизнес с крутым продуктом, эксклюзивным продуктом новой технологии нашей эпохи Инората. Я думаю, что вот эти все люди, все 100 тысяч, там, 10 тысяч, там, неважно, там, миллион, прикиньте, еще эти люди будут счастливы вполне, кроме финансовой сферы, будут еще в личной жизни будут счастливы. Прикиньте, какая будет энергия у земли нашей, матушки, какое будет крутое движение, когда будут со всех сторон какие-то вот эти высокие очень вибрации в финансовой сфере и в личной сфере. Ребята, это мечта, иметь такой бизнес, сообщество, в котором хочется так жить. Еще очень такой немаловажный момент хочу сказать. В каком случае вы получаете вот эти вот все проценты, да, с первого уровня 25, 10. Очень важный момент. Почему? Здесь вы получаете даже с первого человека. То есть, когда вы находитесь на четвертой франшизе, на самой последней, вы получаете эти деньги, не когда у вас станет там 10 человек в команде, или когда они сделают определенный товарооборот, а с первого человека, которому вы продаете эту франшизу. Это тоже не очень важный момент, да, потому что те люди, которые, в принципе, компании, которые используют также партнерскую систему начисления денег, как правило, там идут условия, что нужно пригласить определенное количество людей или сделать определенный товарооборот. Тогда вы получаете, ну, как бы, процент повышенный, да. Здесь вы начинаете получать, как только вы зашли на четвертую франшизу, у вас открываются вот такие вкусные, большие бонусы. Это реально очень круто. Да, да. Я считаю, что вот здесь можно уже, в принципе, закруглиться. Мы схему показали. Ребята, с цифрами можно плясать вдоль и поперек, сразу скажу. Мы вам показали просто, знаете, такой наш потолок, к которому мы стремимся, как сами, как руководители, как партнеры этой компании, что нам продукт сам нравится, мы его сами очень сильно продвигаем, и нам это в кайф, потому что мы сами им пользуемся. И я скажу, что это действительно ценнейший продукт нашего времени. Поэтому здесь очень все круто, интересно и масштабно со всех сторон. На самом деле, знаете, даже не потолок, это расширение потолка. Да, да.
Потому что только здесь можно заработать такие деньги. Ну, как бы быстро и не, ну, особо не напрягаясь, да? С интересом можно двигаться. Здесь интересно, Галя. Вот я смотрю вот на это все, и я смотрю такая, думаю, блин, как мне это интересно, а? Как я хочу хотя бы, знаешь, простроить ширину, помочь своим партнерам даже до третьего уровня. Меня уже здесь колбасить начинает, понимаешь? Угу. Так, ну хорошо, мы с тобой схему линейки показали, передвигаемся в этот наш удивительный бинар, рядышком прям рисую его, рядышком. А самое главное показать сегодня, да, уникальность нашего бинара, но сначала покажем, что такое бинар и бинарная пара, потому что новички, которые не знают вообще, что такое есть маркетинг бинарный, мы покажем схему с самого нуля. То есть практически покажем, откуда здесь зарабатываются деньги. Если в линейке с каждого человека идет вознаграждение, с каждого человека, кто пришел в команду, то в бинаре у нас идет начисление только с бинарной пары. Давай покажем, как она выглядит, эта бинарная пара легендарная. Потому что некоторые партнеры, новички особенно, они даже представить себе не могут вообще, о чем мы говорим, когда про бинарные пары они начинают слышать со всех сторон. Вот мы, я опять рисую кружочки. Да, да. Сейчас я показываю вам второй бонус, как он работает. То есть этот бонус мы закрываем. И сейчас рассматриваем бинарный бонус. Почему бинарный бонус, он вообще очень вкусный? Потому что у него первое, что? У него глубина начислений денег, она не ограничена. То есть если по линейке у нас идет 7 уровней, да, то по бинару оно бесконечно в глубину. Угу. Это очень важно понимать. А восьмерку по-другому нарисуй. Да-да-да. Бесконечно в глубину. И как происходит начисление денежное, да? Возьмем вот первый квадратик. Первый квадратик вы, да? Вы пригласили одного человека слева, одного человека справа. У вас происходит бинарная пара. Все. Поделены пополам две стороны, левая команда и правая, чтобы понятно было тоже. Как у нас устраивается. Вся эта схема, на самом деле, в кабинете у каждого партнера, она существует в автоматическом режиме. Каждый будет видеть, как, куда двигаются партнеры и как они заполняют этот бинар. Угу. Даже подпишу левая сторона. Да, левая, правая. Левое направление, да? Левый отдел продаж и правый отдел продаж. Вот если брать из этого классики жанра. Угу. То есть все. Да, как только закрывается вот такая вот, схлопывается бинарная пара с одной человек стороны и с другой, происходит начисление сразу на кабинет. Ну смотри, я хочу прокомментировать очень важную штуку здесь. Смотрите, здесь даже идет как бы бинарная пара не только по людям, да, как бы мы здесь бинарные пары высчитываем именно финансовые бинарные пары, зеркальные. То есть слева и справа, когда встречается зеркальная сумма, допустим, оборот слева произошел там на $300, к примеру, а оборот справа произошел на $500 в команде, да, в продаже франшиз, то будет пара, именно финансовая бинарная пара, будет схлапываться по меньшей ноге. То есть давайте задачку такую дадим, чтобы они поняли не со слов, а прямо нарисуй. Допустим, пример, такой пример. $300 слева зашло, а справа $500 зашло. Давай покажем, как образуется бинарная пара, по какой схеме. Тут 300, там 500, да. Сейчас поярче возьму. Почернее, можно прям черный цвет бери, ага. Вот такая задачка простая для первоклассника вот нашего бизнеса, скажем так. Мы ее решим и дальше пойдем, дальше будет проще. Угу. В общем, с этой стороны 300. Да, тут $300 зашло в обороте, а тут $500, к примеру, зашло в обороте вашей команды. Система автоматически людей распределяет, вам не надо думать, куда кто попадет и так далее. Вообще, забудьте, сегодня 21 век, все автоматизировано, и у нас, в том числе наша система. Смотрите, что произойдет в данном случае? В данном случае произойдет бинарная пара от начисления $300. Почему? Потому что так запрограммирован наш бинарный бонус. То есть 300 обнуляется, а от 500 минусуется 300, в ожидании в правой стороне стоит $200. То есть у нас бинарная пара хлопнулась по $300. Это тоже автоматически считается, вам не надо голову сейчас грузить, мы просто показываем схему, как работает бинарная пара. Это может быть вообще разные суммы. Это может быть слева там $1500 в день зашло, справа может быть $5000 зашло. Всегда будет бинарная пара по меньшей ноге схлапываться. Я думаю, задачка понятна, да? Галь, есть дополнение? Да,
конечно, есть дополнение. И вот эти $200, они у вас остаются, то есть они не сгорают, да, они у вас остаются. Пока с этой стороны тоже люди, вот этот отдел продаж, он не сделает продажу новых франшиз. Или вы. Да, да. Как только это происходит, начисление происходит у вас здесь, да, то есть у вас счетчик в кабинете с левой стороны и счетчик с правой. Угу. Можно дополнить прямо здесь, ага. Смотрите, и получается, что когда $200 ожидает своей бинарной пары, начинает левый отдел продаж работать, да, активировать франшизы, причем неважно, какой человек, личник твой или не личник, глубина, не глубина, кто кого пригласит, тут неважно, всегда бинар, для бинара самого как механизма внутреннего, да, его интересуют обороты, именно денежные. Он всегда будет проявлять на вашем счетчике, сколько в команде сейчас активировалось именно финансов, да. Это может быть прямо сейчас, в ту же секунду, вот прямо, знаете, колбасить бинар может каждую секунду. То есть сейчас, где было ноль, может оказаться $1500. И слабой ногой окажется потом правая, как бы, да, как бы сторона. То есть поняли, да, как будет бинар живой. И он всегда будет в живом порядке искать в ту же секунду, как только деньги появились, он тут же хлопает бинарную пару, и начисление происходит в ту же секунду тебе на кошелек по маркетингу. Это уже отдельная история. По маркетингу мы сейчас покажем вам конкретно механизм, как работает, как интересно двигаться здесь. Причем два маркетинга работают одновременно. Каждая франшиза просто отчисляет деньги и в линейный бонус, и в бинарный бонус. Поэтому, друзья, я вас поздравляю, что вы сейчас знакомитесь просто с денежным клондайком. Если кто-то хочет реально амбициозно зарабатывать большие-большие деньги по всему миру через онлайн, через тренд движения развития личности. Это очень круто на самом деле. Вот, Галя как раз начинает рисовать просто обычное разветвление от каждой ячейки, то есть каждый человек — это личность, да, которая будет работать на свой бинар, и у каждого будет левая и правая сторона. Это у каждого. Это бесконечно. Виноградную гроздь можно продолжать бесконечно. И причем с этой виноградной грозди и слева, и справа, при любой активации вам летят всегда тот оборот на финансовый кабинет, тот, который произошел по факту. То есть пришла сегодня пришел поток продажи франшиз, допустим, в течение дня там команда 100 человек сработала, там по одной франшизе продала, и у вас оборот такой $200,000. Просто оборот. Он у вас фиксируется на вашем счетчике слева и справа и ждет, всегда будет ждать бинарную пару, а как сработает другая команда слева и справа, то есть всегда будет щелкаться вот эти бинарные пары только от того, как двигается команда слева и как двигается команда справа. Галя, есть добавить что-нибудь? Смотрите, что еще уникально, да, то, что вы можете спросить, блин, а я что, могу пригласить двух человек, то есть если здесь бесконечно, то здесь всего два. И я скажу, нет, это не так. На самом деле, если здесь ваши партнеры становятся в линеечку, то здесь ваши партнеры, ну, возьмем этих же 5 человек, да, они у вас, сейчас покажу, как встают. То есть, покажи, прям сразу по этим же линейным квадратикам, ой, господи, цвет. Возьми смотрите, эти встают сюда, да, то есть вот первый партнер встает сюда, второй партнер встает сюда. Третий, вот этот партнер, он уже встает сюда, да, как бы под этого. Четвертый партнер встает сюда, под этого, принося баллы выше, ну, вот этому всем, вашему. Всем баллы приносятся, да. Следующий партнер встает тоже вот сюда, да. И так постепенно ваши личные партнеры также встают сюда. То есть где по маркетингу наименьшее количество вот этих баллов, да, туда люди и встают. То есть система сделана так, чтобы каждый раз вы получали максимальное количество денег. То есть если у вас здесь много денег, то все люди пойдут в левую сторону. Если в левой стороне много денег, а в правой нет, то люди пойдут в правую сторону. Ваши личники имеете в виду? Только личники? Да, ваши личные партнеры. А что происходит? Смотрите, да. Те люди, которых вы пригласили, они встают вот сюда уже ниже, и они дают также начисление вашим партнерам, которые под ним зашли. То есть вы пригласили там уже 20-го, 30-го, 40-го, да, он идет вниз, он идет опять вниз и так далее. И все люди, под которыми они встали, да, например, вот этому, также идут начисления, там плюсик, ну, как бы денежный плюсик они идут. И когда эти люди приглашают своих партнеров, у них партнеры встают уже не в эту сторону, где много плюсиков денег, а встают уже в противоположную сторону. Слабо, ну,
Да, в слабую ногу встают для того, чтобы бинарная пара произошла. Это все автоматически настроено в бинаре. Тем самым принося доход, ну, как бы, верхнему аккаунту. Поэтому очень круто. И смотри, давай еще вот что покажем. Смотри, буквально на двух-трех примерах. И вот тут можно без конца и края не будем рисовать. Просто принцип. Многие люди задают, особенно сетевики, задают, знаешь, вот такой вопрос. Как происходит бинарная пара? То есть, могу ли я зарабатывать от людей, которые от вышестоящего спонсора, допустим, прилетели, да, от активности его, а я еще никого не пригласил? Так вот, мы скажем так, что вы не сможете зарабатывать вот тот самый пассив, который строится, да, вот виноград растет, пока вы двоих не поставите одного влево, другого вправо. Это очень важный момент для того, чтобы бинар, честно по бинару зарабатывать такие большие деньги. Каждый должен активировать всего лишь минимум два партнера. Это минимум для того, чтобы получать бинарный бонус. Это очень простая задача, на самом деле. Решается быстро. Людям показываете определенную мотивацию, продукт и все. Вы зарабатываете за то, что вы правильно передали информацию. Вот и все. Это инфобизнес. Да, смотрите, активация бинарного бонуса два человека. Все по-честному, да. Один слева, с другой право. А теперь представьте, та-дам! Если каждый человек, вот каждая вот эта гроздь виноградная, да, мы будем, мне нравится цвет, Галя, который ты выбрала сейчас вообще. Я и так-то про бинар рассказываю, что это виноградная, плантация виноградная, да? А это тут вообще... Да-да-да, мне очень нравится, прям мне очень вкусно тут. А вот, и если, прикиньте, что будут каждая ячейка по два минимально активировать. И это все для главного аккаунта, зелененького, вот здесь в данной картинке, это будет все пассивный доход. Всегда, неважно, кто кого, какая страна зашла, активировалась в этой глубине, вам всегда будет идти вознаграждение, как бы не то чтобы по маркетингу имеется в виду, бинарная пара, она у нас динамичная, сразу предупрежду, что такое динамичная бинарная пара? То есть процент с бинарной пары, он будет не фиксированный, как в стандартных в бинарах, да, он у нас динамичный и рассчитан на 8 миллиардов людей. То есть нам жизни с вашей и с внуками нашими хватит, чтобы заполнить вот реально бинар, вот именно как финансовый организм, да? Поэтому здесь перспектива... Я тут поправлю, не на 8 миллиардов человек, да, а более 8 миллиардов человек. Ну, это еще лучше. Теперь, ребят, задайтесь вопросом, зайдите в Google, да, и узнайте вообще, сколько людей живет на земном шаре. Понимаете? Это тоже вам раскроет. Да, это очень, ну, это масштабное мышление, это просто масштабное мышление. Поэтому если... смотрите, Ленок, ага, можно я скажу, да? Говорим. Поэтому смотрите, линейный маркетинг, он вам дает возможность получать сразу, как только вы приходите в бизнес, а бинарный бонус, чем больше глубина у вас, да, опять же таки в линейке, тем больше, ну, точнее, чем больше у вас партнеров в линейке идет, да, тем больше у вас глубина вниз, в бинаре, и там бесконечно, то есть... Повторюсь, здесь всего 7 уровней, да, в линейке, а в бинаре там 1100 миллион, неважно какая глубина, вы с каждого получаете доход, точнее с каждой бинарной пары, которая у вас закроется в бинаре. И это очень круто. Да, смотрите, то есть я поясню еще больше поясню. То, это вся банда, весь коллектив, все партнеры, которые находятся слева в линейке, которую сейчас мы разбирали, вот этот же коллектив находится одновременно в бинарном бонусе. Все это происходит при продаже одной, любой франшизы. Любая продажа франшизы вам идет распределение, дает распределение на два сразу этих бонуса. Автоматически происходит расширение финансовых частей. А сразу и линейный работает, и бинарный бонус. Ребята, это просто фантастика. По отдельности они не существуют. Но почему придумал, что мы дополнили линейку и бинар? Как мы так совместили? Почему так придумали? Потому что мы сразу поняли, что если ограничения есть в линейке, но приоритет, что зарабатываем здесь и сейчас, то одновременно та же структура встает в бинар, но там ограничения нет. И чем круче, чем больше, глубже бинар, тем больше заработок в бинаре. Но первые деньги большие находятся именно в линейке. Ребята, это такой баланс удивительный финансовый. Прикиньте, я не знаю, мне кажется, шедеврально придумано. Я думаю, что лучше на сегодня в сети вообще ничего нет. Я прямо громко об этом заявляю. Просто откройте глаза и сетевики, и люди, которые вообще не знакомы с сетевым бизнесом. Просто посмотрите, как это идеально. Деньги первые большие в линейке, а все накопительное находится в бинаре. Это просто шедевр. Для того, чтобы было понятнее, смотрите, вот эти вот 100 человек, да, которых вы пригласили. Ой, какая линия толстая, секунду. Они встают в бинар. То есть вот эти 100 человек, они идут в бинар.
10 тысяч человек, они идут в бинар. Миллион человек, они также встают в бинар. 100 миллионов человек, они также идут в бинар. 10 тысяч миллионов человек с пятого уровня, они также идут в бинар. Ну и так далее, да, то есть с шестого поколения и седьмого люди также встают в бинар. То есть вы зарабатываете здесь по линейке сразу, моментально, а здесь вы зарабатываете с бинарной пары, когда с одной стороны и с другой стороны, да, есть начисления, ну, опять же таки, люди, да, которые приобрели франшизу, и у вас закрываются бинарные пары здесь, 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 бесконечно. Это знаете, как так? Да, 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 денежки шелестят. А теперь еще главный комментарий, ребята, теперь внимание. Прям совсем главный, главный, главный. Смотрите, как... сегодня мы показали такую идеальную схему, когда линейка работает там 100 по 100, 100 по 100, да? Это круто, конечно. Но прикиньте себе, что, вот, допустим, первый человек ваш пригласил второго, и так вот, буквально в смысле слова, там, до 9-10 уровня люди начали там в колбаску строиться. Но вы в линейке-то с 8-10 уровня тут, здесь и сейчас не получаете. Не получаете. Но смотрите, эти люди никуда не исчезают. Эти люди куда, Галя, идут? Они идут автоматически в бинарную систему вознаграждений. То есть все деньги, которые активируются во франшизах, вы не теряете. Вы просто путем накопления всех-всех-всех этих команд, глубину, в невероятную глубину, вы всех видите в бинаре. И это, ребята, сегодня самый крутой трэш вообще нашего маркетинга. Да-да-да, ты прямо так клево подсветила. Действительно, вот все люди, которые 8-й, 9-й, 10-й, 20-й, 40-й, 100-й, да, они все встают в бинар. Представляете, как это реально круто, да? То есть в бинаре вообще нет ограничений никаких, абсолютно никаких ограничений нет. Это реально вообще... Это просто бомба какая-то. Я просто смотрю, меня трясти начинает от того, что какие возможности вообще 21 век предлагает нам всем, прикиньте. Какие возможности сегодня существуют в онлайн-режиме бизнеса. Бизнес-коммуникации – самый крутой бизнес, где мы общаемся, делимся эмоциями, возможностями. Иначе, если ты не хочешь классно жить, ну сиди на диване, толстей, пей пиво там по 20 рублей, да? Вот тебе вся перспектива твоей жизни. Смотрите, мы... Да. Вот сейчас мы вам показали масштабность бизнеса, как его можно делать легко, вкусно и, главное, хорошо оплачиваемо. Это реально круто. Главное, реальность, все, понимаешь, все реально. И меня эта реальность, знаешь, очень сильно возбуждает. Вот заниматься вот этим бизнесом, рассказывать про наш продукт, интегрировать какие-то новые вещи, идеи. Знаешь, когда появляется вот такая возможность, вот она мне, знаешь, внутри... наполняет очень сильно. Я хотела бы, чтобы мое наполнение перелилось сейчас через экран всем, кто видит это видео. Друзья, просто поздравляю вас с этой прекрасной возможностью узнать, во первую очередь узнать, а потом в масштабах пользоваться. Да, поэтому смотрите, гибридный маркетинг у компании Jeltor System. Вы получаете линейный бонус и бинарный бонус. Линейный бонус вам дает возможность получать за каждого партнера до седьмой глубины, если вы находитесь на четырех франшизах, да, то есть на четвертой франшизе. А бинарный бонус, он вам дает получать доход со всех поколений, которые будут, то есть не ограничивая семью, а сотные, тысячные и так далее. Галь. Очень клево. Да-да-да, клево-клево. Ты по себе перебила. А вот теперь знаешь, в тему что показать? В тему. Вот открой, пожалуйста, франшизы, которые у нас 4 слайда есть. Прямо тут же они увидят, откуда эти цифры. Слева и справа. И мы сейчас покажем, что конкретные цифры у нас уже есть в готовых слайдах. Если люди хотят узнать, сколько конкретно я заработаю, там, хотя бы при минимальном 8 по 8, то у нас есть такой расчет. Давай покажем, чтобы они таблицами познакомились и умели с ними работать. Давай. Так, у меня еще открытие. А ты открой, пожалуйста, Виантору, первую франшизу. И пока ты открываешь, я предупреждаю. Мне сейчас, подожди. Мне сейчас на сайте открыть все франшизы? Не-не-не. Или на слайде? Слайды, которые сделала у нас партнер Елена Зюхина. Угу. Так, какой открыть? Четвертый? А вот давай четвертый, дай бой, там четыре. Слушай, ну тут огромные деньги, у них крыша может съехать. Давай маленькую покажем, 190. Давай маленькую. Хорошо. Сейчас я ее найду. Так, куда что делать? Крыша может съехать, я это не вырежу. Смотрите, мы сейчас показываем вам франшизы, названия разные, да, Виантора, Бервианта, красивые такие. Это новые слова, это наш бренд. Это наш стиль жизни, который имеет очень глубокое значение. Наши франшизы очень с большой ценностью жизненной информации. И поэтому, смотрите, сейчас, Галь, она зелененькая.
Ага, а, да, вот. Не знаю. Ладно, давай вот эту зелененькую. Да, вот зелененькую. Они просто все одинаковые по принципу выстроены, но просто с разных франшиз доход. Смотрите, вот мы вам показываем конкретику уже. Мы до этого показали вам механизм, как работает линейного бонуса и бинарного. Я надеюсь, понятно. А что непонятно будет, на школах будет расшифровываться дальше. А вот здесь конкретные цифры. Смотрите, все просто. Слева доход с линейного бонуса. Галь, покажи с указочкой. Столбики, да? Столбики. Доход с линейного бонуса и доход с бинарного бонуса. Эти бонусы одновременно работают. Они по отдельности не существуют. Запомните и имейте в виду, когда будете рассказывать слайды, об этом делайте акцент. Это все одновременно происходит при объеме всего лишь команды таких-то человек. Галь, покажи по центру команда. Допустим, команда 8 человек всего в вашей команде произошло в первой линии, да. У вас доход идет 1920 и плюс 990. Это одновременно два дохода плюсуются, потому что два включены от разных маркетинга. Дальше эти 8 по 8 приумножаются, и всего лишь команда 64 человека дает вам доход $6912 и плюс 8046. Это одновременно все плюсуется. Вот так работает крутой маркетинг. И эти люди приумножаются 8 по 8. Уже в третьей глубине 512 человек. И у вас доход составляет $18432. А еще плюсом $58400 вам дает бинар. Ребята, это только третья глубина, если будет дубликация 8 по 8. Вот вам четкая схема минимальных, кстати, цифр, потому что бинарный бонус будет гораздо больше на самом деле, потому что у нас срабатывает там система апгрейдов, очень крутая система. Об этом будем в школах разговаривать внутри уже команд. Но сейчас мы показываем такой минимум. Минимум, от которого можно зарабатывать. И все. И так далее до глубины. Не буду пересказывать цифры. Меня уже начинают колбасить по-хорошему. На самом деле можно уже посмотреть и посчитать. Угу. Да, это все. Это считает обычно калькулятор. Все. Все очень просто. Поэтому здесь никакой фантастики нет. Здесь есть просто возможность 21 века заниматься инфобизнесом и в онлайне получать на автоматизации полное вознаграждение. Не думать, кто от кого, где чего, какая страна. Все систематизировано на одной площадке вашего кабинета. Это очень крутой, скажем, бизнес, да? Бизнес, который существует сейчас. Да. Но это еще по деньгам не все. Самые внимательные смотрят левой, да? Серединочка экрана, левая сторона. И вы можете в течение 14 дней с момента активации вашей франшизы получить бонус дополнительно $1900, если вы продаете 4 франшизы на 1000. По 1090, да. Если вы продаете четвертую франшизу, 4 штуки, то получаете бонус 3950. Угу. Круто? Это очень круто. Это буквально бонус существует у каждого новичка, у которого есть регистрация вот этого дня, и вам сразу включается счетчик, вам показывает кабинет 14 дней, предупреждение, что, мол, у вас есть 14 дней, чтобы получить этот бонус. Пожалуйста, 4 человека всего, 4 франшизы, и вам компания плюс к этим бонусам линейным вам еще дарит такой классный премию-бонус. Поэтому я думаю, что, знаешь... Очень вкусно, очень денежно, очень клево. И очень денежно. На самом деле, смотрите, кого заинтересует сейчас продукт, с которым мы работаем, это уже отдельные открытые встречи, да, у нас они есть по понедельникам, по четвергам, в Инстаграме энерготренера просто вам раскрывают фантастическую возможность воспринимать по-другому жизнь, работать на квантовом поле, понимать, как работают вибрации, создавать некие события классные в жизни. Ребята, эти секреты сегодня существуют в нашей системе. Приходите, узнавайте и делитесь этими возможностями, и у вас будет вот такой реальный доход в этом движении Jeltor System. Обращайтесь к партнерам, которые вам показали это видео, и до встречи на территории осознанного развития. До встречи на наших школах, на наших разборах, на наших прекрасных позитивных встречах, друзья. Всем пока-пока. Благодарим вас. Пока-пока.